в интернете. Да, дед не в интернете, так что можно. Так вон покупатель стоит. Пока заловим. Пока видно. Так, с вами Дмитрий, магазин Шут Меховой на Тверской. К нам пришли постоянные покупатели. Как вас зовут, скажите? Людмила Павловна. Очень приятно. Так приятно встречать постоянных вот покупателей, которые покупали. Сколько вы? 2 года назад у нас покупали шубку? 5. 5 лет назад. Еще мы на рынке 5 торговали, лет. Да? Нет. Здесь? Уже здесь. Ну, это значит, где-то почти 4. Только открылись. Да, вот только открылись. Наверное, один махагон, темно-коричневые были шубы, да? Нет, уже цветные выбор были? Был. Цветные были уже. Без рукавки были. Угу. С черноборки. Я потом вернулся без рукавкой. Ну хорошо. Вот сегодня вы приобрели черную шубку для дочки, да? Да. И укороченную шубку, светленькую. Все подошло, понравились. Все понравилось. Конечно, конечно. Вот. Ну, посоветуйте, как нам приходить нашим смотрителям в магазин за покупками. Ну как, приходить, мерить, выбирать. Вот. Понравится, значит покупать. Вот так вот. Не понравится, не обязательно покупать. Ждем вас. Пока-пока. Пока-пока. Где-то у меня побежали.